Санатории курортного района ждут новых технологий. В администрации прошла первая конференция, посвященная теме развития оздоровительных технологий. В ней участвовали специалисты из Петербурга, Москвы, Кубани и Киева. Часть докладов заслушали удаленно. Главная цель обсуждения – понять проблемы отрасли и найти пути их решения. Причем пользу от этого должны на себе почувствовать не только работники индустрии, но и гости оздоровительных учреждений. Есть очень много жалоб на то, что очень часто сейчас технологии, которые не имеют отношения ни к медицине, ни к оздоровлению, они, по сути дела, это коммерческие технологии, такие, может быть, косметологические, они подменяют вот те основы, на которых в свое время зиждилось санаторно-курортное дело. В курортном районе 44 санатория самого разного уровня. Их загруженность в год примерно 70%. Это очень хорошо, говорят чиновники. И все же медицинский туризм нуждается в нововведениях. Так, сейчас в разработке проект по определению санатория в категории звездности. Он, а заодно подобные конференции, по мнению представителей власти, должны способствовать росту интереса к отрасли.